я отношусь к Марьяне Ро. И если она этим видео пыталась... Всем привет, меня зовут Вика, и эту рубрику я не делала очень давно. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы. Кстати, давайте придумаем все вместе название этой рубрики. Может быть Ask Moon, может быть Ask Women. В общем, напишите свой вариант внизу в комментариях. Перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, потому что будет очень много крутых видео. Поставь палец вверх под этим видео, ведь тебе не сложно, а мне приятно. Также напиши в комментариях по поводу группы. Напиши, как вообще у тебя дела, как прошли новогодние праздники, я с удовольствием почитаю. Подписывайся на мои социальные сети и погнали! Итак, Харли Квинн спрашивает, какое мое любимое печенье? На самом деле это очень сложный вопрос, так как я ужасная сладкоежка, но, наверное, самым моим любимым печеньем станет... называются они, кажется, орешки. Там такая песочное тесто, а внутри очень много сгущенки. Я обожаю это печенье. Если ты не пробовал, то бегом в магазин. Оно очень вкусное. Юля Перфект спрашивает, зачем так выпендриваться и показывать свою грудь? Юля, это шоу-бизнес, это YouTube. Как еще продвинуться на YouTube? Ты думаешь, как я набрала 1000 подписчиков? Конечно же так. Что за глупый вопрос? Канал о всем спрашивает, я из Украины? Да, я из Украины, из города Днепра. Лиза ТВ спрашивает, каким видом спорта я хотела бы заниматься в будущем? Сейчас я хожу на двое танцев, на народную классику и на аргентинское танго, так что пока у меня время занято, но в детстве я безумно хотела заниматься фигурным катанием. Саша Нэн спрашивает, на какую камеру я монтирую и устраивает ли она меня? Полное название напишу где-то здесь, но снимаю я на камеру Sony, а объектив у меня Гелиос. Да. На данный момент меня устраивает мой фотоаппарат вполне. Есть небольшие моменты, но я думаю, со временем это пофиксится. Вита Сингер спрашивает, почему так мало просмотров? Ну смотри, если бы мои зрители ставили палец вверх, писали бы комменты, подписывались на мой канал, делились бы видео с друзьями, вступали в мою официальную группу, кстати, да, ссылочка в описании. И да, тогда бы просмотров было бы побольше. Лиза Кирсанова спрашивает, сколько мне лет? Сейчас мне 15 лет полных, но скоро будет 16. Саша Дахно спрашивает, почему в школе я такая грустная, а на видео такая веселая и позитивная? Саш, зайди в 41 кабинет. Я не грустная, поверь. Ну а если я и грустная, то это геометрия. Мне не дают там быть веселой. Соняшка или Соняшка спрашивает, Гарри Поттер всегда? Конечно же, всегда. Я обожаю серию этих фильмов и книг. Они нереально крутые, я их очень-очень обожаю. Лиса Волина спрашивает, где я монтирую? На данный момент я монтирую в Adobe Premiere Pro. И напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты видео по обучению блогингу. Мне очень интересна эта тема, так что обязательно напиши в комментах. И самый, наверное, волнительный вопрос, который волнует буквально всех. Как я отношусь к Марьяне Ро и стоит ли снимать вообще такие видео, что она творит. Я отношусь к тем людям, которые к Марьяне относятся нейтрально. Я ее не хейчу и не обожаю ее, не могу сказать, что я люблю. Да, у нее есть очень неплохие качественные ролики, и если она этим видео пыталась добиться популярности и просмотров, то она этого, в принципе, добилась, так как 8 миллионов просмотров. Карл, 8 миллионов, серьезно, и много подписчиков к ней пришло, так что если в этом плане, то, ну, молодец, в принципе, добилась того, что хотела, если она правда это чувствует, то, ну, конечно, если много хейта, то могут быть такие эмоции, как бы. А теперь перейдем к вопросам с Аска, мне задали два гениальных вопроса, я очень хочу на них ответить. Итак, первый, ты снимаешь видео на YouTube? YouTube. Только YouTube, это раз. А во-вторых, да ладно, нет, конечно, я не снимаю, разве это непонятно? Ну и второй вопрос просто best. Зачем тебе бараны? Все. Тут крутая продуманная схема. Я их беру, откармливаю, сбриваю шерсть, делаю какие-то свитерки, всякую хрень. Потом режу их на шашлычки и продаю на вокзале. Заработок плюс 100-500, просто божественный запах. Божественный заработок, это просто муа. Да. Что ж, на этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях по поводу названия этого рубрики, да. Задавай свои вопросы в комментариях под этим видео или в любых моих соцсетях, например, в группе. Подписывайся на мои социальные сети. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео. Пока!